Папа Свету в детский сад провожать всегда был рад. Вдруг увидели они разноцветные огни, словно праздничный убор. Показался светофор и спросила папу Света: для чего ему три цвета? Почему они горят друг за другом не подряд? Папа ей сказал в ответ: коль горит зеленый свет, можешь ты вперед идти и дорогу перейти. Стоп, дороги больше нет, говорит нам желтый свет. Если не остановились ноги посреди пустой дороги, жди, когда пошлет привет тебе вновь зеленый свет. И совсем идти опасно, если загорелся красный, принесет он много бед, не послушавшим совет. И опять спросила Света: ну а если нету света, вовремя не подчинил монтёр неисправный светофор, мы ж не можем долго ждать, можно в садик опоздать. Отвечая на вопрос, папа громко произнес: что ж, идти, конечно, надо, светофор ведь не преграда, только, дочка, умный будь, посмотреть не позабудь. Прежде чем идти налево, а потом шагай ты смело. Правила для всех едины, и дойдя до середины, выполняй ты их исправно. Сразу посмотри направо, ты про это не забудь, прежде чем продолжишь путь. Так они за разговором поравнялись с светофором. Он как будто бы на свете заиграл зеленым светом.